Привет. Мы будем играть в этажерки с шарами. Здесь есть этажи и еще шары. Покажи. Вот, например, вот такой вот. Но, посмотрите. Здесь есть красная точка. Вот с красной точкой это для более сложного уровня. Но мы вынули вот эти с красной точкой, потому что вот эти вот полегче для меня. Также раздаем по 6 карт. Посмотрите, вот этот шар нам позволяет, например, вот, например, здесь один. Мы хотим на второй этаж. Мы поднимаемся по числу вот это. Один плюс один будет два. Я хожу вот так. Сразу. Сразу же. И теперь ты можешь положить сюда этаж либо третий, либо девятый. Да? Ну, у меня есть девять. Так, еще что-нибудь есть? Так, 9. Одинаковые можно, поэтому я кладу еще одну девятку. Все? Я кладу 7 теперь. Еще можешь? 5 теперь. Угу. Все, мой ход зашел. Так, я кладу 7, 9 и 9. Все. Смотрите, вот если бы у меня были бы 7, либо 1. Но у меня этих часов нет. Поэтому я беру из колоды 2 карты. Я уже вижу 7. Нечем ходить. Я тоже беру 2 карты. И я кладу сюда шар. Теперь я могу сделать ход. 7 плюс 3 будет 10. 0 у нас обозначает и десятку тоже. И все, ход переходит. У меня нету ни 3, ни 7. Поэтому я кладу шар. Все, мой ход завершен. Так, я кладу 2 и положу 8, потому что 10 минус 2 будет 8. У меня кончились карты. Я получаю звездочку и набираю 6 карт. Ход сунем. Мой ход. Я беру карточки. Ага, так. Аж подпрыгнула. Есть чем пойти? Есть только шар. Я тоже положу шар. Кладу 3. 8 минус 3 будет 5. Кладу 5. Еще 5. И все. Я кладу вот этот шар в соседние этажи. Я кладу после 5-4. Этот шар обозначает, 6. Что игрок может положить вот эти или вот эти этажи. Угу. Я беру звездочку, потому что я избавился от всех карт. Набираю еще 6. Набираю 6 карт. Мой ход. Я положу соседний этаж и сбрасываю шар, который означает, что следующий игрок кладет только четные этажи сюда. Я хожу четным, это 4. Потом я кладу нечетные числа,
это 5 и 3. Потом я кладу шар 1. У меня кончились карты этажи, поэтому я сбрасываю с собой и шар. Шар. Берешь звездочку. Беру. Вот это вот. И набираешь новую. И набираю заново 6 карт. Итак, теперь я хожу, кладу соседний этаж. Снова кладу соседний этаж, снова кладу соседний этаж и еще соседний этаж. И у меня тоже кончились карты этажи, я сбрасываю карты шаров. Смотрите, мама положила вот это вот. Я кладу две тройки, потому что это не четные числа. Я кладу четные шары. 8 у меня это чёрный шар. И у меня осталось 2 двойки. 2 шара? 2 шара. Mm-hmm. Я их кладу. Mm-hmm. Я осталась без карт. И даже и поэтому тоже. Поэтому я беру звёздочку. Набираешь? Угу. Mm-hmm. Набираю. Смотрите, вот мы 1, 2, 3, 4, 5, 6. А мама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поэтому мама выиграла. Да, до новых встреч!